Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби 2. Play event. Ну, естественно, ребят, мы начинаем с вами с ивента. Немножко, как говорится, размяться и приноровиться. Ох, ничего себе, это что у нас такие за условия здесь? Хитренькие. То есть мы не должны с вами позволить, чтобы у нас погибли вот эти все растения, да? Орехи и все прочее. Так, ладно, давай будем сопротивляться. Немножко, конечно, как-то странно это все получается. Вон их чой, тут орех зачем-то стоит. Фиг его знает. Но надо защищать. Ничего не поделаешь с этим. Так, давай сюда. Три стрелов выставлять. Ну, конечно же, конечно же. Армия зомби идет на нас. Без остановки. Так, там, по-моему, еще показывали, что будут гаргантюа, верно? Поэтому мы с тобой удобряшки пока тратить не будем. Или будем? Так, ну вроде бы как тут справляемся потихонечку, да, с тобой? Зомбарей, конечно, много. Тут орех, если что, у нас прикроет. Так, ладно. Вторая волна собирается идти на нас. Вторая, друзья мои, волна. Ну, слушай, в принципе... Есть, друзья мои, шанс пройти. Я не вижу никаких пока проблем. Да, конечно, зомби очень много, но мы их и разбираем довольно быстро. Плюс у нас три удобрения. Так, наверное, вот здесь вот надо влепить, на всякий случай, да, немножко подзачистить. Ага, вон и гаргантюа идет. Так, вот с ним лучше, конечно же, не шутить. Давай, наверное, вот так вот с тобой применим. Так, секунду, он начинает бросать. Вот этого нам, конечно же, не нужно. Так, мы его уничтожили с тобой, окей. Так, еще одно удобрение прилетело к нам. Слушай, ну довольно милый челлендж, милый эвент. Ивент, что за слово я придумал тут? Прям на ходу придумываю слова какие-то. Так, вот с ведрами что-то меня напрягают здесь зомбари. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, тихо-тихо-тихо, я понимаю, что там орех. Слушай, ну, довольно прикольно и легко, я считаю. Так, ну и что же мы с тобой получим? Давай-ка глянем. Так, пуфбал, 5 штук. Угу. Снапдрагон. И 1000 голды. Друзья мои, я хочу еще разок поиграть. Я думаю, что вы не будете против, да? Тем более, довольно прикольный такой ивент. Поехали. Ну что, друзья мои, я готов. Я думаю, что растения мои тоже готовы. Поехали. Так, начнем. Ну, сзади, конечно, лучше выставлять обычных горохострелов, да? А вот три стрелов нас доставить уже вот на этой линии. Как по мне так. Поэтому давай, друзья мои, ага. Так, три стрел не достает по тем. Поэтому давай, наверное, вот так вот сделаем. Чтобы захватывать полностью всех зомбарей на всех линиях. Давай сюда наверх, срочно. Блин. Немножко как-то не так я хотел. Немножечко не получается. Ладно, пока терпимо, ребят. Ага, съели. Давай. Не забываем, что здесь будет гаргантюа. И к тому же мы с тобой еще не накопим немножко денег. Потому что в прошлой серии я практически все слил на тот самый ивент. Ты его, наверное, прекрасно помнишь, да? Что там творилось. Сегодня, кстати, мы, может быть, тоже пойдем еще сходим на один из ивентов. Какой-нибудь полегче возьмем себе, да? Ну и, думаю, на аренку тоже надо сходить. Потому что коронки нужно набивать. А короны, если мы с тобой набьем, соответственно, мы будем получать пуфбала. Дождевик, как мне написали ребята, да, подписчики. Что это гриб-дождевик. Спасибо им большое. За вот эти вот своевременные подсказочки. Очень и очень было мило. А я ведь так и думал, что он относится к каким-то грибам. Вот только не мог понять, каким. А он, оказывается, дождевик. Так, ну что, гаргантюа мы с тобой подбили. Тут начались у нас зомби с горшками. Ну, как ты видишь, зомби, которые идут с цилиндрами, да, они довольно легкие. А вот с горшками, да, сложновато с ними справиться. Уж больно сильно они бронявые. Так, но тем не менее мы здесь с вами. О, погоди, хотел сказать, мы уже с вами справились.
Тут еще идут эти зомби водяные у нас с пляжа, так скажем, да? Ну, опять же, никаких проблем. Мы можем вот так с тобой сделать. Ну и все. Так, остается одна зомбариха. Мы ее сейчас... Вот так вот. Отлично, шикарно. Так, будьте добры, пожалуйста, мне призы в студию. Так. 3 пуфбала. Еще пуфбал. Слушай, да мы его, наверное, с тобой вот так откроем. На всяких ивентах, да, и на челленджах. Ну да, он на арене действительно как-то не особо хорошо себя проявляет. А вот именно когда мы вчера дрались на челлендже, мне понравилось. Так, слушай, а мы кого-то можем прокачать, что ли? Я не понял. Нет, я знаю, что у нас есть одно растение, которое можно прокачать, но у меня не хватит денег. Вот, лунный цветок, например. 5000 нужно. Хм. Не то. Так, если я зайду на огородик и гляну, что у нас тут происходит. По-моему, там у нас что-то созрело. Оу, шикарно. Слушай, очень даже неплохо. Red Stinger, орех, еще один орех. Так, а здесь мы польем. Все, на огороде посмотрели, как у нас дела. И давай-ка теперь сходим либо на арену, либо посмотрим челленджи. Давай-ка челлендж глянем какой-нибудь. Так, здесь выполнили задание, отлично. Так, ну какие у нас тут? Кто там, Пумпкин? Да кто такой, что за Пумпкин? Кто-то говорит, проходи вот эти, где дают тебе 100 гемов. Ребята, мне, честно говоря, гемы не особо нужны. Мне нужны именно пиньяты и, кстати, нужны конфеты. Так что давай, наверное, сходим сюда. Начнем, да? Поехали. Просто очень интересно знать, что это за Пумпкин. Может быть, он у меня есть, я просто не помню, кто это. Так, ну что? Угу. Интересно. А, это же наши любимые луковицы. Так, лазербин. Луковицы. Пускай все вот так у нас с тобой будет пока. Так, луковицы, естественно, нужно ставить. И лазербин обязательно. Он хорошо... Опа, а тыква, тыква что делает? Тыква... Тыква же, по-моему, защищает у нас, да? По-моему, она защищает. Могу ошибаться, конечно, но... По-моему, так. Твою же налево. Так, ну-ка поставим сюда тыкву, посмотрим. Прав я или не прав? Да, я прав, друзья мои. Тыква защищает наши растения от того, чтобы их быстро съели. Так что давай прикрываться. Раз пошла такая пляска. Всех надо, всех нужно закрывать. Так, здесь тоже прикроем с тобой, да? Окей. Еще с тобой получаем удобряшку. Кстати, вот это вот плохо, ребята. Ать, не успел, да, сбросить своего мелкого зомбарика. Слушай, ну довольно легко. Первый уровень всегда, ребята, здесь легкий. На то он и первый. Но у нас еще впереди 4 этапа, так что расслабляться еще пока рано. Ну что же, двигаемся дальше. Второй этапчик. Пумпкин. Что же за Пумпкин-то такой, а? Хм, по-моему, что-то знакомое. Оу. Так. А это уже интересно. Столько надгробий. Да. Блин, еще и зомби идут с этого. С, как он называется? С Дикого Запада. Зомби идут с Дикого Запада. Куда что бомбишь? Бей по зомби. Блин. Они еще и бронявые. Ну-ка, вот так вот прикроемся. Надеюсь, не успеет съесть он. Да не должен, по идее, да? То есть, я так понимаю, здесь будут одни бонг-чои и тыквы, да? И должен я вот справиться. Получится или нет, что-то как-то я сомневаюсь. Блин, одни тыквы дают. А, видимо, чтобы я успел менять. Понятно, если съедает тыкву, то есть ставишь новую. Скорее всего, так.
все это дело было рассчитано, да? Хм. Ну, если я вот так вот сделаю, предположим. С этим-то мы легко справимся. Что-то как-то сомневаюсь, что легко мы с ним справимся. Что-то я в этом очень сильно сомневаюсь. Так, он начинает есть. Он начинает жевать. Так, тут, ребята, у нас эти прыгуны. Слушай, ну справились, разбомбили мы его, как ни странно. Окей. Приятная новость, как говорится. Так, этого мы с тобой снесем обязательно. Так, что бы нам сделать? Сюда поставим, наверное. Так, вот этого защитим. Вот он тут один, конечно, ему будет тяжело. Давай, наверное, поставим помощь. Бонг-чуй, развернись. Ай, не туда, не туда ты бомбишь. Давай вот так вот защищать. Ну. Бонг-чуй у меня, ребята, прокачан. Причем достаточно хорошо. Я смотрю, он действительно тут наяривает, будь здоров. Кто тут осмелится пройти? Да никто. Тыкву уже немножко надкусано, поменяем ее, да? Поставим сюда. Там еще, не забывай, должен быть Гаргантюа пойти. Наверное, он пойдет на третьей волне. Так что сталью мы с тобой, наверное, сохраним пока. Не вижу смысла ее применять здесь. Так, ползут машины. Как они там умещаются в этих машинах, господи. Машина такая маленькая, да, и он там сидит. А вот и Гаргантюа, про которого я тебе говорил. Так, у нас есть с тобой сталя. Если что, мы будем замедлять. И применять. Да, ребята, и применять супер удар. Так, этого ему недостаточно, как я понимаю, да? Вот, теперь он отдуплился. Так, еще интересно, будет или нет? Мне кажется, будет. Прикинь, у нас Бонг-чуй сидит не просто в какой-то там тыкве, а в бронированной тыкве. Вот так вот. Так, вот здесь вот уже тыкву поели, да, маленечко? Давай поменяем. Оу-оу-оу-оу. Друзья мои, а Гаргантюа идут. Идут. Так, ну что, в первую очередь, наверное, сюда поставим с тобой сталью. И вот сюда. Так, они не могут пробить пока, да, тыкву. И это хорошо. И это хорошо. Ну что, давай врежем, наверное, им сразу обоим. Так, минус один, минус два, все. Так, остается вот этот бомжара, и мы его уничтожили. Ну что, ребята, второй уровень у нас с вами пройден. Так, с третьего, наверное, уже будет посложнее, а четвертый и пятый это будет вообще по хардкору, по идее, так должно быть. Ну что же, поехали. Кто у нас тут? Обожаю проходить вот эти вот всякие задания. Оу, щит. Плохо, ребята. Так, вот это прикольно. Какой-то странный вид растения, если честно. Что он делает? Опа! Ничего себе, как он умеет делать. Слушай, вот это да, вот это классно. Блин, давай вот так, наверное, что ли, с тобой сделаем. Как еще-то быть? А, так. Поставим сюда тыкву. И вот сюда. Так, эти побежали. На ура справляется. Слушай, ну прикольное вот это вот растение. Мне так лично зашло. Съела голову еще. Плюнула, прикинь. Вот как она будет против этих действовать, конечно, я не знаю. Против хорьков. Это вопрос, конечно, интересный. Может быть, она будет их просто съедать. Да, она просто берет и съедает, вот и все.
и не париться вместе с этими хорьками. Кто-то я за... Вот это называется имба, ребята. Так. Во-во-во-во-во, вот этого вот не надо здесь. Что за фокусы тут, а, они вытворяют? Так, а летающий, как с летающим справиться? Может быть, вот так вот? Угу, сдули. Сделаем с тобой вот таким вот образом. Воу-воу-воу-воу, нифига они тут. Блин, так а чё ж ты ничего не делаешь? Ну-ка, давай хотя бы так, что ли, я не знаю. Твою ж налево, блин, ты посмотри, какая тут фигня получается. Они могут прорваться в любую секунду. Ну, мы вроде бы пока держимся с тобой, пока. Так, что можем еще тут залепить? Так, наверное. Секунду, 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 секунду. Что-то как-то не выходит ни шиша у меня тут. Давай вот здесь поставим свою защиту. А кого он там ест? А, там курицы были. Я думаю, что за дела-то? Эй-эй-эй-эй-эй. Твою ж налево. Я не могу с ними ничего сделать, ребят. Придется вот так вот помогать. Я немножко неправильно распределил вот эти свои теневые грибы. Вот в чем проблема. Надо было ставить на каждый ряд. Потому что против куриц и против хорьков они довольно неплохо работают. А вот эти, которые поедают растения, их надо было назад выставлять. Ну что же, поехали. Четвертый у нас с тобой уровень. Осталось всего лишь два. Так, и кто у нас тут? Ага. Зомби-спортсмены. Только их тут, блин, не хватало. Ух ты, это кто такой? Что он делает, друзья мои? Я не знаю, что он делает. Может быть, его надо ставить сюда? Что это происходит? Вообще не могу понять. Я понял, кажись. Я, друзья мои, кажись, понял. То есть мы с тобой соединяем, да, два растения вот этих вот. И кто между ними попадает, тот погибает. Наверное, так. Да? Давай, редисочка, бомби. Ну-ка, предположим, вот я вот сюда поставлю. Да, так оно и работает, ребят. Так это все и работает. Ладно, будем знать. Будем с тобой это дело знать. Так куда ты идешь, а? Книголюб несчастный. Давай его. Так вот, блин. Тут похуже. А что, уничтожили, что ли, так быстро? Эй! Блин, ну давай. Зарядим по полной программе. Ну-ка. Сделаем вот так. Да, этот уничтожает. Он просто уничтожает эту ягоду и все, ребят. И ничего нам здесь не поможет. Вот так вот, если мы с тобой сделаем. Ага. Ага, отлично. Вот тут, конечно. Вот куда он разогнался, а? Да ё-моё, я не успел, ребят. Я просто элементарно не успел как-то среагировать. Так, редиска что-то не особо помогает нам хорошо, да? Куда ты там уже съел ее практически всю? Так, цветочек, цветочек, куда бы поставить? Сюда, наверное, его влепим. Угу. Давай, 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 прожигай, не надо бежать. Так, мы его уничтожили. Сейчас пойдет последняя, ребят, волна. Как тут быть-то, блин?
Ту-дуф. Все, мы проиграли. Пробежал, чувак. Я здесь как-то немножко даже, если честно, не в курсе. Так, повторить. Конечно, повторить. Как же быть-то, а? Вот эти вот спортсмены, конечно, бесявые. И вот эти вот ягоды как-то немножко меня не особо устраивают, если честно. Как-то не особо устраивают. То есть мы ее можем поставить туда, да? Но... как бы тебе это сказать? От нее там мало толку, если честно. То есть надо их как-то оглушать, а потом уже бомбить. Вот так это должно получаться все. Да, вот так это должно получаться, по идее. Так, Редька, давай сюда тебя влепим. Будешь по двоим сразу бомбить. Этого мы с тобой оглушим. Какой он оборзевший, а? Просто я не знаю, до каких слов. Так, тихо, удобряшка. А удобрение действует на них отдельно? Нифига непонятно, действует или нет. Ну вот куда ты бежишь, а? Да, бесева, конечно, что он вот так вот сбивает сразу же любое растение. А, мы можем еще и вот так вот делать. А что же вы раньше-то не сказали, что можно и так, то есть... куда хочешь, ставишь, там они и будут работать. Вот оно как. Ага. Будем знать. А будем знать. Давай сюда вот влепим. Куда ты, куда ты разогнал? Блин, жрет, жрет, жрет со скоростью света просто, понимаешь? Начинает влуплять. Как же ребята тут напрягает. Придется мне немножко здесь зачистить. Зачистил, называется, а? Ага, не хватает денег. Все, 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 мы, по-моему, доигрались, да? Или, или сможем пройти? Сможем пройти или не сможем? Как думаешь? Ну, если постараться... если, блин, постараться. Ну-ка, влупим. И еще разок. Так, пока, ребята, все вроде более-менее. Более-менее. Ну куда ты вот идешь, блин? Смотри, что творит, а? Пожиратель цветов, а? Нет, 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 нет. Уничтожьте его, вот этого вот зомби. Окей. Так. И у нас с тобой последняя волна намечается. Твою ж налево, ты посмотри, бегут. Ёпрасы ты. Трындец просто какой-то. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Вообще не айс. Вот вообще просто. Куда ты его? Давай бомби. Тут еще и эти, и летающие. Так, постой, 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 постой. Предположим, так сделаем с тобой, да? И вот здесь вот. Так, а этого мы забомбим? Забомбим. Так, остается у нас вот этот, который с серфингом. Фух. Слушай, ну я не знаю, ребята. Как бы, с одной стороны, вроде бы неплохое растение, да, вот это вот. Но с другой стороны, не очень хорошее. Ладно, главное мы прошли. И остается у нас с тобой еще одно задание. Последнее. Так,
50. Мы 50 получим с тобой, да? Этих Пумкиных. Кто такой Пумкин? Это, по-моему, Редька или... По-моему, это Редька Пумкин. Ну, 50 редик тоже неплохо. Так. Интересно. Зачем именно так? Оу-оу-оу-оу. Древние эти, блин. Вот скажи, для чего я там поставил? Сам не знаю для чего. Ладно, пускай пока так стреляют. Иди ты в пень! Твою же налево, а? Ну, ребята, сейчас будет попадос. Сейчас будет попадос, самый настоящий. Этого как уничтожить, если он все время крутится? Вот объясни мне, пожалуйста, как? Я не знаю. Только через газонокосилку? Нет, можно, конечно, через шипы, наверное, его. А этот еще похищает мои растения. Ты посмотри. Похититель, а? Ничтожный. Так, сюда мы поставим с тобой шипы. Давай вот так вот сделаем. Так, тут еще и птеродактиль, ко всему прочему. Трындец. Просто трындец. Ладно, отбиваемся, ребят. Все равно другого варианта у нас с тобой нету. Есть удобрение, но сейчас оно здесь вообще нам не в тему. Так, это только лишь вторая волна. Да? Вторая волна. Будет еще одна. Да что ты, шут, гороховый, ты помрешь или нет, в конце-то концов? Так, этот-то куда тут лезет? Трындец. Этого бедолагу тут сейчас, наверное, съедят. Или не съедят. Тот рикошетит. Абсолютно все рикошетит. Что сделать-то? Давай вот так, наверное. Я не знаю, что еще тут. Как тут применить наши способности. Супер-супер-пупер способности. Так, сюда. Сюда поставим шипы. Вот здесь проблема, ребята. Вот здесь у нас проблема. Наверху, кстати, тоже проблема. Да что ж ты на шипах-то никак не погибнешь, а? Так, попробуем. Еще и вот эти вот, конечно, очень сильно вредят нам. Как их звать-то? Попугаи. Да, именно попугаи. Что-то клякса не срабатывает, как должна срабатывать. Странно все, странно. Тихо, 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 ребята, тихо. Выставляем, выставляем всех, кого только можем. Так, здесь давай попробуем травануть. Куда ты пошел, а? Газонокосилка, ребят, срабатывает. Срабатывает газонокосилочка. Так, слушай, по-моему, мы прошли с тобой этот этап. Слушай, или вот этот гриб называется Пумкин. Я не помню, хоть убей. Сейчас увидим, кого мы с тобой получим. Давай-ка. Показывай мне, кто такой Пумкин. По-моему, это вот этот гриб. Кажется, это он. Ну-ка. 50 грибов должен получить, да? В плане. Это не Пумкин. А, в разновидку. Так, друзья мои, клевер можем прокачать. О, груши тоже. Точнее, кабачок. Слушай, ну, неплохо, друзья мои, неплохо. Ух ты, и тыквы. Вот кто у нас Пумкин. Тыква, оказывается. Ну что же, мы прошли с тобой этот ивент. Так, у нас есть с тобой ивент на конфетке.
Так, ну что, получим 6 конфеток с тобой, я думаю, да? Они нам пригодятся, поверь мне. Конфетки так легко не даются, поэтому погнали. Заработаем здесь 3 и там 3. Ага, мы его пока не будем выставлять. Ух ты. Это кто, горохострел, что ли, такой? Точно. Слизневый, прикинь, прикольно он трое. Наверное, вот эта штука очень хорошо будет на него работать. Смотри, отравляет. Прикольно, мне нравится. Так, подожди, ну вот, давай вот так вот сделаем с собой. Такой еще обезумевший. Так, а ты-то куда летишь, я не могу понять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, погоди, ребята. А не слишком ли круто-то началось все? По-моему, как-то крутоватенько. Ну да, крутоватенько. Я бы даже сказал, очень крутоватенько. Потому что, ну ты смотри, что происходит. Гаргантюахи эти идут, ё-моё, нахрапом. Ну вот куда ты бежишь, а? Слушай, ну они так же и травят неплохо. Ну-ка давай еще разок. Давай, уничтожаем. Есть контакт. Вот сюда еще надо влепить. Слушай, а мне нравится, как тут все это дело происходит. Вообще шикарно. Так, а их еще больше становится. Они еще прут. Твою ж налево. Блин, бесконечные какие-то. Давай, активируемся. Ничего себе. Ты видел ульту? Под удобрением, да, это шикарно. Ну-ка. Вот здесь надо, наверное, так же сделать. Ах. Не вовремя, ладно, фиг с ним. Слушай, и чеснок тоже получает супер удобрение. Ну, супер этот, суперспособность от той мяты. Это, конечно, круто. Так, ну что, активируем. Погнали. Есть контакт. Да, ульта, конечно, замечательно. Что происходит? А что это такое? Я не нажимал ни на какую паузу. Зашибись. Игра сама по себе решила вдруг на паузу нажать. Видно, Гаргантюа решил передохнуть маленько. Слушай, классно. Мне понравилось. Слушай, вот это тут тоже неплохой, между прочим, да? Горохострел. Как бы его назвать? Зараженный. Да, назовем его зараженный горохострел. Так, а мы еще с тобой получили 5 гемов, ко всему прочему, помимо 3 конфеток. Ну что же, я думаю, ты не будешь против, если я... Так, квест комплит. Окей. Конфеты и гемы. Так, подожди, а у меня денег все равно мало. Что ты мне сюда отправляешь? Мне это не надо. Единственное, что я сейчас хочу сделать, это глянуть на арену. Блин, опа, 24 конфеты. Слушай, вот это шикарно, ребята. Слушай, у нас новый турнир получается. Новый турнир. У меня ни одной перчатки нету. 91 конфета уже. Блин, ребят, нужно по-любому. 3 конфетки нужно хапать. Согласись. Если мы с тобой 3 конфеты возьмем, у нас будет 94. Там еще 6 где-нибудь наскребем. Ну и сам понимаешь, мы получим с тобой мяту. А эта мята мне понравилась. Зараженная. Так что давай сделаем ивент. Где он? Вот. Так, здесь ничего. Ага. Выиграйте на арене матч и получишь еще 2 конфеты. Ну вот, о чем я тебе и говорю. Ну что, поехали. Кто здесь и что здесь у нас будет? Вот интересно знать. Ух, ё-моё. А, мы тут сами, да? Сами по себе. Ну что, я возьму, наверное, мину. Мину. Так, кто еще там? Дейзи возьму сюда. Нам надо взять подсолнух и лаву-гуаву.
Так, где у меня этот? Клевер, потому что здесь летающие будут зомби, да? Так, а кто еще? Копатели. Копатели. Слушай, тогда нам придется с тобой, наверное, убрать лаву-гуаву и поставить спорогримб. Все, поехали, попробуем вот такой вот командой. Ну-ка. Let's rock. Ну, естественно, начинаем с тобой с подсолнухов. Это в первую очередь. Воу. Блин, тут не нужны были, оказывается, подсолнухи. Кто же знал? Кто же это знал? Что они здесь не нужны? Я, например, не знал этого. Так, Дейзи. Так, этот чудило тут прибежал, да, значит? Клевер, давай сдувай. Что там делает? Я не могу понять, что там бросает. Хопа. Блин, а что так жестко-то, эй? Эй, ряднульки. Какой-то трэш тут происходит, если честно. Что-то уж больно как-то круто. Ну-ка. Предположим. А, так у нас газонокосилки возвращаются заново. Фу. Тогда тут и переживать не стоит. А, я вообще тут сам с собой борюсь. Прикинь. Понятно, короче. И мне нужно 3 раунда с самим собой подраться. Ладно, это проще пареной репы. Зачем я брал подсолнух? Вот объясни мне, а? Если он не нужен вообще. А как вот интересно вот этого вот зомби подбить, а? Который идет в шаре. Да, еще тот жучара. Ну, если честно, так неинтересно, ребят. Короче, мы с тобой 1 раз пройдем, да? Вот сейчас вот. Остальное я уже буду проходить за кадром. Мы пойдем с тобой лучше сейчас на арену. Лучше мы с тобой рванем на арену. Потому что, ну, с самим собой драться — это как-то глупо. Вон, ты видишь, у меня 1 в 1 идут очки. Так. А, этот зомби, ребята, их ускоряет. Все, я понял. Он просто их ускоряет, и все. Но на такой скорости, конечно, очень сложно с ними воевать здесь, если честно. Смотри, 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 смотри. Дыбич. Взорвались. Да. 10 секунд осталось простоять. И мы сами с собой поиграли, да? Сами у себя выиграли. Отлично. Ты победил. Да, конечно, я победил, потому что я сам с собой дрался. Одинаковые карты. А зачем это делать? Я не понимаю, ребят. Зачем вот так вот делать с самим собой? Ну что? Давай, наверное, мы с тобой посмотрим рекламу. Получим перчатки. А, тут еще, смотри, 6 конфет. Слушай, так мы сейчас с тобой, наверное, и приобретем эту мяту. Так, друзья мои, что-то вышло не то. Я нажал, что-то все зависло, зашел. Как говорится, не получил ни перчатки, и здесь ничего не доступно. Ну, 1 раз я все-таки могу сыграть, так что давай попробуем. Так, у нас с тобой старая команда, мы будем именно ей играть, да, через... Стоп. А, у нас же ивент поменялся, ё-моё. Какая тут нафиг старая команда, тут все надо менять. Так, что же мы будем с тобой делать? Старая команда, ага. Кто здесь хорошо пойдет, а? Так, ну, мины еще никто, да, как говорится, не отменял. Поэтому вишню возьмем.
Мину? Вишня, мина. Кто еще? Подсолнухи нам не нужны, я так понимаю, наверное, да? Скорее всего, не нужны. Там эти пираты, маги еще, ё-моё. Вот кого взять? Перец? Давай так попробуем, ребята. Попробуем так, такой вот командой. Let's rock. Подожди, я... Ага, я уже подумал, что может быть что-то не то. Смотри, 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 как они бегут рьяно просто. Давай начнем так. Сюда мину. Так, Дейзи. Дейзи. Что Дейзи тут сделает мне? Так, предположим. Вот здесь взрыв. Так, здесь вот так сделаем. Этот ускоритель достал уже, если честно. Так, мы пока проигрываем, ребята. Вот что я тебе хочу сказать. Ну-ка, если я вот так сделаю. Клевер, 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 сдувай этих олухов, пожалуйста. Копатель, а? Фигов. Так, мину. Здесь взрыв. Сделаем с тобой, да? Блин, куда? Вот они очень быстро идут, очень быстро передвигаются. Слушай, все равно мы пока отстаем. Давай вот так вот, может быть, через мину попробуем с тобой сыграть. Ай-я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 й. Этот просто продавливает все на своем пути. Маг этот плешивый. Ну-ка, если так. Я не могу своего оппонента опередить. Я не знаю, что там у него находится. Так, давай сдувать. Он просто меня опережает, ребят. И все. Окей, давай так сделаем. Что там, еще летающие есть? Нету? Не вижу. С одной стороны, как бы, вроде бы неплохо идет, а с другой стороны, все очень-очень-очень плохо. Так. Положим. Перец халапеньо. Блин, он не дает мне вообще ни одного шанса, ребят. Куда? Тырит он еще мне здесь. Одиннадцать секунд остается. 11 секунд. Может быть, здесь надо было минами, а? Ребята, одними минами все застилать. И тогда был бы от этого толк. Проиграли. Ну, смотрим, что у него здесь. У меня таких и карты. У него 5 уровня. 5, 6. Тут без вариантов, друзья мои. Так, ну я надеюсь, что, может быть, мне... О, попробуем, рискнем. Так, друзья мои, у меня одна перчатка есть. И будем надеяться, что все-таки дадут какого-нибудь на равных. Нифига там дали мне, конечно, противничка, да? Как говорится, как хочешь, так и дерись с ним. И вот до сих пор не могу понять, что же здесь все-таки лучше сделать. Как применить, а, способности наши. Лава Гуава. Ну, давай попробуем взять ее. Мина. Вот если бы у меня была бы мята черничная или чернильная, как ее назвать. Мне кажется, было бы все совсем по-другому. Но так как у меня ее нету, вот приходится тут выдумывать велосипед. Так, вишню возьмем. Может быть, три стрела взять.
Клевер. Ну, клевер сдувает их очень хорошо, поэтому я, ребята, от него как бы не хочу отказываться. Сталия. Эти могут отталкивать их назад. Вообще никаких идей нету, прикинь. Просто нет никаких идей. Ладно, давай возьмем с тобой перец. Нет, лучше кабачок. Да, поехали. Попытка номер два. Выбиться в лидеры. Мне нужна просто та конфета. Даже не та конфета, а шесть конфет, да, там разыгрывается? Шесть. Так, поехали. Сюда лаву-главу. Этих сдуем. Нечего им, как говорится, тут делать. Так, кабачок пускай стоит здесь. Смотри, 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 как летят со скоростью света. Как обалденные просто. Он еще, этот чувак, бросает какую-то фигню. Видишь, он их ускоряет или усиляет. Что-то делает, короче, с ними. Так, а кабачок, интересно, сможет разбить? Вот это вот. Чего, я не понял? Смог или не смог? Так, предположим, давай. Сделаем вот таким вот образом. Что там делает этот маг? Колдует что-то. Колдуй баба, колдуй дед, что ли, да? Ага, все, я понял, что он сделал. Так, тут взрываем. К ядре не фени их всех тут. Стрекозочки. Бумс. Давай еще сюда вот так вот. Поставим с тобой. Куда вы разлетелись, а? Ребятушки. Порхают птичкой мне. Так, давай сюда. Спасибо за солнышки. Так, кабачок, ну. Кабачок 12 стульев. Половину сдули. Ладно. Так, что у нас там по очкам? Пока вроде бы лидируют, пока, да? Сдуваем всю эту шушеру ненужную нам. Кабачок, дави. Кабачок не стал ничего давить. Опять этот бежит, бегун, блин. Так, ну, мы вроде бы опережаем, друзья мои. Хоть где-то, хоть на чем-то. Так, взрыв. Здесь давай вот так сделаем, наверное. А тут вот так. Сдули. Ну, мага-то этого запинайте, господи. Что вам стоит? Отравить его и... Никак не хочет, а? Летят. Бабах. Так, ребята, мы лидеры здесь. Значит, конфеты мы с тобой получим. Конфетки будут у нас в кармане. Слушай, ну сложно здесь. Так, да, мне... Оппонент достался не такой уж сильный, поэтому я и выиграл его. Вот она, наградушка. Так, ну что, 6 конфет у нас с тобой в кармане. Давай посмотрим, что у нас еще там получается. 3. Всего лишь 3 нужно еще. Хм. Так, здесь, по-моему, мы получаем 2, и всего 1 не хватает. А для этого нам нужно с тобой что сделать? Вот здесь пройти, да? Ну что, ребята, я думаю, за кадром я это пройду все дело. И как пройду, встретимся и купим с вами мяту. Ну что, друзья мои, как вы видите, я получил последние 3 конфеты. И теперь нам нужно идти в магазин. В магазине же, по-моему... Нет, подожди. Не в магазине, я ошибаюсь. Это нам нужно с тобой идти вот сюда. Найти... эту мяту, где она у нас тут? Вот она. И приобрести ее. Да, друзья мои, совсем другое дело. Isle Mint. Все-таки серия сегодня не зря была выпущена.
Я очень доволен. Так, а сколько у меня еще мят вообще нету, а? Давай-ка мы с тобой посмотрим, сколько их еще вообще тут. Так, где у нас? Вот этой мяты у меня нету, да, получается? И... Че, всего одной мяты, что ли, мне не хватает? Хм. Остальное все приобрел уже? Друзья мои, одной мяты не хватает мне. Отлично. Ух ты, смотри-ка, тут у нас... Что-то я вот этого растения не помню. А вот это кто такой? Дартишок. Что-то знакомое такое название. Ну что, ребятушки, тогда на этой ноте я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!